Завершился прием заявок на соискание губернаторской премии «Мы рядом». Более 8 тысяч жителей Московской области решили принять участие в конкурсе в этом году. На данный момент от Ленинского городского округа принято и обработано более 60 заявок. В номинации «Волонтерство и благотворительность» от нашего округа подано 22 заявки. В номинации «Медицина и здравоохранение» – 7. В номинации «Образование», «Культура и образование» было подано 28 заявок. Ну и «Промышленность и социально ориентированный бизнес» – 6 заявок. Второй этап конкурса – общественное голосование, по результатам которого будет выбрано 1000 номинантов, набравших наибольшее количество голосов. Этот этап продлится до 28 июля. Для того, чтобы поддержать выдвинувшихся участников, всем необходимо зарегистрироваться на сайте премии premia-myryadom.rf. Отдать свой голос можно за любое количество претендентов. Затем в ходе третьего этапа конкурса компетентному жюри предстоит выбрать из числа номинантов лауреатов премии. Жюри будет подробно рассматривать, внимательно рассматривать все поступившие заявки, внимательно читать всю ту непубличную часть этих заявок. Там есть раздел «Документы», которые, я думаю, что повлияют на оценку их заявок членами жюри. В этом году призовой фонд премии – 180 миллионов рублей. Конкурс продлится до 20 ноября.